Проверка на алкоголь – явление, которого в нашей стране опасаются все водители, даже самые закоренелые трезвенники. Оно и понятно. Статья 12.8 КоАП – одна из самых жестких в законодательстве и предусматривает лишение прав на срок 1,5–2 года вместе со штрафом 30 тысяч рублей. Мало кому хочется понести такое наказание. 23 апреля сотрудники межмуниципального отдела МВД России Кашехабльский совместно с ротой ДПС провели профилактический рейд «Нетрезвый водитель». Периодичность проведения мероприятий на территориях определяется с учетом складывающейся обстановки и сезонности. Они проводятся для выявления лиц, находящихся за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Инспекторы ДПС обеспечивают безопасность на дорогах Кашехабльского района, при этом уделяя особое внимание лицам, севшим за руль после употребления алкоголя. Мероприятие проходило с 19 до 21 часа 23 апреля и с 7 до 9 утра 24 апреля. Всего за период операции сотрудниками ДПС и ГИБДД было выявлено 11 правонарушений. Подобные мероприятия будут проводиться и впредь. Натуся Кчмезова, Сергей Лапынцев, новости Кашехабльского района.